Друзья, добрый день. Сегодня у нас будет с вами розыгрыш по видео, который был 1 сентября. Все ножи проданы оттуда. Ну, если кому надо что-то, мы также сделаем под заказ. Итак, купили, значит, из того видео 10 человек. Все ножи купили. Вот они, все визиточки. Да, то есть, вот все записано здесь. Вот тут Америка несколько попадает. В общем, все есть. Так, смотрите, мешаю колоду. Не знаю, чтобы глаза закрыть. Вот так вот, чтобы все видели. Так, ножичек у нас, как вы поняли, вот этот вот. Опа. Ну, там я объявлял видео. Так, сделаем, давайте еще вот так вот и... Вот так. Оп. Стоп. Еще раз. Упал один. Что такое? Ну, в общем, вот. Пускай будет вот так. Все, перемешали. Итак, давай. Тащи хоть. Вот эту визиточку. Вот. Михаил с Одессы. Михаил, я вас поздравляю. Ножичек в понедельник отправится вам. Это первое. И второе объявление. Как вы многие знаете, то, что с 23 по 26 мы едем в Краснодар. Вот такое хочу вам сделать объявление. В Краснодаре всех, кто придет на выставку, кому что-то надо или кто-то там еще что-то хочет, будут, у меня будет там с собой система заточки профиль. Мы можем заточить любой ножик, так скажем. Ну, ваш, я имею. Ну, соответственно, это не за бесплатно, но цена там такая демократичная, там в порядке там 500 рублей там начинается. Если нож, конечно, убитый, ну, в плане толстый и очень сильно подвод, да, то, соответственно, цена будет дороже. Это второе. И третье. Еще спрашивали по поводу, где еще будут выставки в России. В этом году точно еще буду на выставке «Клинок. Город Москва». Она будет с 3 по 5 ноября. В экспоцентре. Там оно на Краснопресненской, по-моему, экспоцентр. Вот, в принципе, пока все. Ну, на следующий год планирую много городов. Это Красноярск, это, если Бог даст, Иркутск, в общем, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург. Да, и в этом году также, возможно, будет еще Санкт-Петербург. Возможно. Итак, ребят, все. Всем спасибо за внимание. Михаил, вам спасибо, то, что покупаете. Ну, вот если кто не верит, что думает, что я обманщик, вот его номер я засвечу, позвоните, пожалуйста. Ножик в понедельник мы вышлем. Все, всем быть добру, в общем, всем спасибо.